читали про нее, слышали про нее. Она 20 лет уже мироточит, эта икона. И к ней очень многие приходят, прикладываются со своими просьбами, со своими бедами. И она очень-очень многим помогает. Ну, естественно, мы со своими просьбами пришли к ней, со своими бедами. В надежде на то, что поможет. Она нас услышит, поможет. Как помогает очень-очень многим. В течение 20 лет, по крайней мере, она вот помогает. Когда побываешь в церкви, так сразу как-то легче становится и на душе, и в общем. Выходишь с таким спокойствием. Да, таким. Спокойствием. Ходишь с тревогой, выходишь с спокойствием. Спокойствием, да. Вот я только что об этом говорила, на эту тему, что сейчас очень многие почему-то не верят, и в основном даже именно храмы. Почему храмы? Потому что, к сожалению, к большому, служители церкви, да, ну, вы сами прекрасно знаете, не все такие хорошие, какими как нам бы хотелось их видеть. Но вот когда приходишь в храм, мы же приходим именно к храм, к образам. И я, например, очень верю во все абсолютно. И верую я вот давно, у меня бабушка была верующей, мама была верующей. И желаю всем, чтобы... Сестра у меня, к сожалению, совершенно неверующая, хотя у меня с ней точно никак, разницы никакой, никак мне не поддается на мои руки. Так что вот всем, кто не верит, конечно, мы желаем, чтобы... Мы за них молимся. Сюда, в Волгоград, мы приезжаем, наверное, с 2009 года. Практически каждый год икона бывает, иногда даже по два раза. Сейчас, вот это, какой уже получается, 9-й год икона приезжает сюда. Вот как вы можете видеть, люди приходят, люди интересуются образом, хотят помолиться перед ним. Икона самая обычная, она замироточила 20 лет назад. Это связывается с обретением мощи Матушки Матроны Московской и прославлением ее в лике святых. И вот 20 лет икона мироточит, находилась сначала в доме, в домашних условиях. Но сейчас для иконы построена небольшая церковь в Москве, где она пребывает, когда не путешествует. Икона, она во многих знаковых событиях участвовала как в жизни нашей страны, так, может быть, даже и всего мира. Но перед этим образом избирали патриарха Московской и всей Руси. В 2009 году патриарх Кирилл был избран перед этой иконой. Икона была, например, в Крыму. Буквально за 2 недели до референдума о присоединении икона была доставлена в Севастополь. И порядка 16 тысяч человек на площади Нахимова молились вот этого образа.
о том, чтобы те события, которые происходили там, прошли без крови, все, чтобы закончилось с миром. Икона после взрывов здесь, в Волгограде, в 2014 году была принесена опять же в ваш город, и на вертолете был совершен крестный ход вокруг города Волгограда, также с молитвой о том, чтобы эти злодейства все прекратились, чтобы Матерь Божия покрыла горожан своим домофором. И вот из последних вот таких случаев, сейчас я вернулся с этим образом из Канады, и там вот одна молодая пара не имела детей, несколько раз они теряли ребенка, вот, и вот ровно год назад они были приглашены на молебен, специально о них молились батюшка, чтобы у них, в конце концов, Господь благословил им ребенка. А в этом году они пришли, принесли уже маленькую девочку, служили благодарственный молебен. Таких случаев достаточно много, они самые разные. Кому-то помогает в болезнях, кому-то полностью дает Матерь Божия исцеление, кому-то временное облегчение, либо помощь в житейских нуждах. Несколько вот случаев было связано с онкологическими заболеваниями, что вот Матерь Божия помогала. И такие вот, такая помощь обычно бывает, когда уже все, надежда на помощь людскую, на помощь врачей уже как бы такой надежды нет. И люди вот это уже обращаются к Матери Божией уже от чистого сердца, да, с каким-то вот с криком со своим. Конечно, практически всегда встречают очень хорошо и молятся, и вот мне, как путешествующему, пытаются создать, ну, хорошие условия, там, еда, жилье, вот. Ну, а иконочку, конечно, ждут. Во многих странах, в которых икона бывала, мы ездим уже по нескольку раз, и люди уже ждут, и как бы, ну, с радостью встречают, конечно. Уже какие-то традиционные поездки. В Канаде я уже пять раз был. В Соединенных Штатах Америки уже больше 10 раз. И, конечно, если бы люди не получали помощи от Матери Божией, если бы не возлагали на нее какие-то надежды, вот через этот образ именно, конечно, скорее всего, бы не приглашали. Но раз приглашают, значит, есть востребованность, есть какой-то вот у людей, наверное, призыв вот, к молитве именно вот у икону умягчения злых сердец. И вот эти вот путешествия, они иногда оставляют и какой-то видимый след присутствия вот Матери Божией. Вот недавно мне сообщили наши друзья, что они в Рязанской области осветили источник в честь икону умягчения злых сердец. Во Флориде, в Соединенных Штатах Америки, организована община в честь иконы «Мучения злых сердец». Это вот по результатам как бы приездов туда, принесения вот, туда данного образа. На Кипре построена церковь, в 2 тюрьмах в России построены церкви. Это вот все как бы, ну, вот видимые такие свидетельства путешествия Божьей Матери, ее помощи, и того, что она действительно оказывает такое воздействие на людей, как бы благотворное. Даже храмы строят, вот, оборудуют источники и получают исцеление тоже. Ну, тут трудно что-то пожелать. Каждый человек может прийти. Слава Богу, икона путешествует очень много и по России, и по миру. Есть возможность у людей прийти. Пусть придут, сами увидят, сами посмотрят и там уже сами определятся. Ведь, конечно, мне бы хотелось, чтобы все с искренней и с молитвой. Это не то, чтобы какой-то фокус, который возят и показывают по всему миру. Это реально вот, образ Божьей Матери, который помогает людям, чему есть множество всяких свидетельств. Вот. Ну, человек верит или не верит, это уже как бы это личное какое-то. Да. Я бы хотел, чтобы все... мы ведь предлагаем верить не в мироточение, а в Матерь Божию, поэтому как бы в Господа, да, поэтому
Родоточение такое следствие, вот. А причина, вот сама Матерь Божия ходит видимым образом по нашей земле и покрывает нас, помогает нам. Ну, наверное, так не случайно складывается, что вот уже из года в год икона прибывает в городе Волгограде, и люди приходят, молятся. Я надеюсь, чтобы, как бы хотелось пожелать, чтобы люди искренне обращались к Матери Божией, и она никогда не подведет, и всегда будет им помогать и в жизни, и в болезнях, и в трудных каких-то моментах жизненных. Ну что, приходите в церковь, что могу сказать, и даже когда нет иконы.
определенные цели, с которой я сюда пришел. Пожелать выздоровления моей супруге, пожелать здоровья своим родственникам, ну и себе, конечно. Вот. Ну и все-таки мы, христиане, не забываем посещать церковь. Приходил, потому что ввиду работы нет времени. Сейчас я уже пенсионер. Как-то время побольше. Вспоминается, все вспоминается. Вот. Так вот одним словом как-то этого не выразишь. Это внутри. По-своему. Я и крещенный, и венчанный. Так что я все это вспоминаю, начиная с измольства. Это у него внутри, в душе должно быть. Больше сказать, что все люди разные. Есть верят в это, есть не верят, есть не отрицают. Так что это все у человека в душе. Снова гостит семистрельная икона. Она буддистка. Но когда я ей предложила зайти, она сказала: «Бог один, Иисус, Будда – это все Божьи сыновья, и мы все Божьи дети». Она вошла и упала на колени. Это было здорово. Вот оно чудо. Да, я раньше, когда я тоже много раз вот все посмотрела, а я очень порадовала вот в там очень круглый, вот, красивый. Вот мне вообще понравилось. Вот. Конечно, конечно. Может быть, как вам скажу, я, да, не как вам сказали, называется, я буддистская, да. Я думаю, что один Бог, ну, в смысле, все за люди, хорошие, добрые, ну, может быть, по разной культуре нашим, да. Ну, значение, я думаю, одинаково. Да, я все как уважаемо. Вот у меня сейчас очень, я не знаю, как это сказать. Ну, все порадовало. И я тоже, как это сказать, я верю, что Бог тоже будет помогать мне, когда я в России, да, что все будет хорошо.